Готовим варенье из яблок с облепихой. Оно идеально подходит к сладкой выпечке, блинчикам, оладушкам или сдобным булочкам. Облепиха придает варенью яркий, узнаваемый вкус, а яблоки делают его густым. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из яблок с облепихой. Яблоки можно использовать любых сортов, но если хотите, чтобы в варенье встречались кусочки, то берите твердые. Облепиха подойдет как свежая, так и замороженная. Если любите, дополнительно можно добавить молотую корицу по вкусу. Облепиха придает варенью яркий, узнаваемый вкус, а яблоки делают его густым. Получается очень вкусно и сладко. Облепиха – 200 грамм. Яблоки – 2 штуки крупных. Сахар – 160 мл. Количество порций – 4-5. Подготовьте все ингредиенты. Облепиху помойте, переберите, затем измельчите блендером. Протрите ягоду от косточек через сито. Измерьте объем получившейся массы, столько же потом отмерьте и сахара. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте кубиками. Влейте в кастрюлю облепиховый сок, добавьте яблоки. Перемешайте. Насыпьте в кастрюлю сахар. Доведите до кипения и проварите 5 минут. Пенку, которая будет образовываться, снимайте. Снимите варенье с плиты, остудите. Затем снова доведите до кипения и варите 5 минут. Повторите предыдущий шаг еще 1-2 раза. Загустевшее горячее варенье разложите по чистым стерилизованным баночкам. Закройте крышкой. Варенье из яблок с облепихой готово. Приятного аппетита!